Добрый день, меня зовут Александр Миронюк, я конструктор-разработчик компании Nine Tactical. Хочу вам представить сегодня новую сумку, городской рюкзак под названием QuickBox, модель Small. Это городской рюкзак, имеющий три слоя, два для хранения повседневных вещей и один боевой отсек. Эти слои находятся строго друг напротив друга. Боевой отсек находится посередине, в котором удобно размещен пистолет, магазин, фонарь и много других разнообразных карманов, где мы можем сугубо индивидуально под себя все расположить. Кобура и подсумки под магазин, они все изготовлены на велкропанели. Их можно индивидуально под себя подогнать и расположить как в среднем слое в боевом, так и в нижнем слое. Теперь рассмотрим первый слой. Это лицевая сторона. Здесь у нас находятся два кармана. Один карман разработан для переноски очков. Также у него есть возможность за счет особой формы кармана увеличить его дополнительный объем в два раза, что позволяет носить крупные кошельки, объемные какие-либо предметы. Под ним находится еще один карман, который мы используем как небольшой органайзер. Здесь мы можем положить все необходимое, какую-то мелочь, ключи, наушники, какие-либо пропуска, блокноты. Он находится в прямом доступе. Открывается он, вы видите, под углом, что позволяет удобно двумя руками манипулировать, не поддерживая и не перехватывая одной рукой второй. Дальше. Задний слой. Задний слой у нас имеет два кармана с одной и с другой стороны. Один карман связан у нас с доступом к боевой части. Вот этой рукояткой с паракорда. То есть при открытии основного отсека у нас точно так же открывается и доступ к нижнему слою, на котором может находиться 2-3 магазина, фонари. Опять же, все можно подогнать индивидуально. Также на лицевой части у нас находится выше сумки вот такой вот карман в шлейке. Внешне он довольно-таки небольшой. Хотя на самом деле он довольно-таки глубокий. Сюда может поместиться смартфон крупный с дополнительным аккумулятором. Доступ в этот карман обеспечится с двух сторон, что очень удобно для водителей, так как можно достать телефон левой и правой рукой. Также на боковой части у нас находится вот такая подушка, у которой есть дополнительные функции в виде кармана. Вот он открывается таким вот хитрым способом, в который можно положить бутылку воды, что становится очень актуально, особенно в летний период. Вот, потому что очень часто сумка наполнена максимально, и места для бутылки воды нет. Вот. Для того, чтобы освободить руки, сделали вот такой вот кармашек, который очень удобно прячется, практически не оставляя следов о том, что тут есть какой-либо карман. Значит, сумка носится у нас в трех положениях. Вот фронтальное положение, это наиболее комфортное, вот, которое позволяет контролировать как оружие, так и спецсредства максимально. И имеет прямой доступ. Позволяет быстро перезаряжаться. Для того, чтобы открытие было максимально плавным и быстрым, мы усилили пластиковым кедром.
с двух сторон. Над карманом под телефоном у нас находится вот такая вот молния, для того, чтобы было удобно провести здесь гарнитуру, если те, кто пользуется радиостанциями, или хэндфри, если кто пользуется мобильным телефоном. Сумку можно удобно, комфортно отстегивать. Здесь предусмотрен фастекс для быстрого съема. Вот таким вот образом. Также сумку можно носить вот в таком вот боковом положении, довольно-таки комфортном, или на спине. При этом доступ у нас очень удобный. Мы можем удобно, комфортно перебросить наперед, открыть ее и воспользоваться в случае необходимости своим оружием. Всех с прошедшими наступающими праздниками. С вами был Александр Миронюк. Пока!